Всем большой привет! Сегодня покажу, как можно приготовить вкусный и интересный завтрак. Нам понадобится 4 яйца, примерно 50 грамм сыра, соль и зелень по вкусу. Отделяем желтки от белков. Желтки немного посолить и перемешать вилкой. Белки тоже немного посолить и высыпаем зелень, все перемешиваем. Сыр режем ломтиками. В разогретую сковороду наливаем капельку масла и вливаем желтковую массу, распределяем по всей поверхности сковородки. Обжариваем одну сторону до полуготовности. Затем выкладываем кусочки сыра на край и заворачиваем его в рулетик. Сдвигаем на край сковороды и вливаем белковую смесь. Готовим примерно 2 минуты. И заворачиваем до конца наш рулетик. Накрываем крышку, убавляем огонь до минимума и готовим еще 1,5 минуты. Теперь осталось разрезать наш рулетик и наслаждаться необычным вкусом омлета. Вот что у нас получилось. Советую вам его приготовить. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч, пока-пока!